Зрители тепло встретили возвращение симфонического оркестра «Шэньюнь» в Линкольн-центр в Нью-Йорке. Это было его первое выступление после 4-летнего перерыва. Это успокаивает душу, нам это нужно, это прекрасно. Очень вдохновляет и наполняет душу. Оркестр невероятный, очевидно, что композитор очень талантливый. Под звуки гонга оркестр начал концерт одной из самых известных композиций «Шэньюнь» «Спасение в конце времен». В программе прозвучала оригинальная музыка, написанная штатными композиторами Шэньюнь Пифоминац, а также такие любимые произведения из западной классики, как «Из нового света» Дворжика и «Финляндия» Сибелиуса. Оркестр также исполнил известное китайское классическое произведение «Влюбленные бабочки». Симфонический оркестр «Шэньюнь» черпает вдохновение в 5000-летней истории китайской цивилизации, оживляя мифы и легенды. Музыка наполнена азиатской культурой. В ней, как мне показалось, есть история. В зале представили столько историй из нашей собственной жизни и жизни других людей. Я видел фильмы. Композиции напоминали саундтреки к фильмам. Я просто видел перед собой картинки, слушая музыку. Она меня буквально озарила. Это было великолепно. Этот симфонический оркестр сочетает в себе западные и древние китайские инструменты. Зрители говорят, что выступление было очень позитивным и вдохновляющим. Отличная энергетика, очень позитивная. Когда слушаешь музыку, чувствуешь себя хорошо. И в наше время очень приятно получить такой позитивный опыт. Я осознал, что красота – свойство сердца, сущность каждого человека очень ценна. То, что возвышает дух, например, такая музыка, пробуждает в нас совесть и желание быть лучше. «Шэньюнь Пифоминац» представляет классический китайский танец в сочетании с оригинальной музыкой, стремясь возродить традиционную китайскую культуру, существовавшую до коммунизма. Каждый год труппа представляет абсолютно новые программы. Новый сезон «Шэньюнь» начинается в декабре.